А спорим, что за 3 секунды невозможно подписаться и поставить лайк. Всем здорово, дорогие подписчики, с вами сюда Димка, а также Дунька. Мы вернулись в GTA для того, чтобы провести нереально классную рубрику под названием «Битва Вориша». Кукусики! Да, ребята, находимся мы, получается, в деревне у бабушки с дедушкой. Именно здесь попытаемся найти какие-нибудь крутые тачки и угнать их за, получается, 5 минут. Я очень надеюсь, что мы успеем, и копы нас не поймают. А если вы, ребята, хотите нам помочь, то пишите в комментариях, как сильно вы обожаете данную рубрику, и самое главное, напишите в комментариях от 1 до 10 оценочку данной рубрики. И не забывайте, конечно же, ставить лайки, ребят. Давайте-ка наберем 3000 лайков на этом ролике за первые же сутки. И тогда я выпущу новый видос по этой замечательной рубрике. И все, как бы просто. Ну а для начала, ребята, мы выбираем район, и я, в принципе, поеду, наверное, где-нибудь налево. Там посмотрю какие-нибудь прикольненькие тачки. Ну, поэтому давай, погнали! Едем, в общем-то, направо. Окей, друзья, давайте-ка смотреть, где что, как тут пусто. И кстати, пока я ищу тачку, я нашел первую тачку. Хотелось бы спросить, как у вас дела вообще? Как вы проводите свои, в общем-то, каникулы, если такие, в общем-то, есть? Потому что я читал комментарии, писали, что некоторые на каникулах. А также, ребята, если вы учитесь, то аккуратно, тихо. То вот, то напишите, пожалуйста, в комментариях, до какого числа вы обучаетесь. Было бы интересно узнать. Да, я вообще-то уже пригнал первую тачку, это вот такая прикольненькая МВ. И она, кстати, была не закрыта. Это было мега классно, но я еще кое-что видел. Очень-таки прикольно. Так. Вроде бы здесь, да. Офигеть! И, кстати, тут даже как бы стекла еще не полностью открыты, точнее закрыты, точнее, короче, вот так. Опа, да, открыл, отлично. Я тачку карателя нашел, братишка. Да. Тачка карателя, короче, вообще пофигу на всех, она очень тяжелая. И тем самым, ребята, я думаю, что в дерби у нас не будет равных. Тихо, аккуратненько, ага, отлично. Ну слушай, минута прошла. Зацепил? Не, все нормально. А, все отлично. Да, минута прошла, и я, получается, нашел так-то 2 тачки. А надо, в общем-то, ребята, неплохо. Получается, 8 тачек найти, как минимум, для неплохо, того, неплохо, чтобы да. на испытания нам всего хватало. Так, а тут есть что-то в подворотне? Просто так, понял, там вроде тачку. Бы тоже. Вот, ты нашел уже, да, получается, еще одну очередную тачку? Пусто. Там да, пусто. Я тачку забирал и везу что, нашел? На базу уже. А я что, нашел? Такой прикольненький маслкар, слушай. Блин, я понял, ладно, там ничего нету, я, пожалуй, туда даже не поеду. Маслкар, говоришь, неплохо да, так. А я вот в эту сторону хочу проехаться, может быть... Опа! Тормози! Я... Что такое? Офигеть, чё нашел? Я нашел драгстер, который вообще неуправляемый, но очень быстрый, и при этом он золотой. Аккуратно. Серьёзно? Да, он очень быстрый, но и при этом золотой. Понимаю, да. Тихо. Ты голубой, получается, нашел тоже, получается, примерно такой же. Да, очень похожий, да, Данки стайл тачка, короче, у нас получается. По 3 уже есть, поехали дальше. Да, давай. Поехали дальше. Так, если, ага, если здесь есть хорошие тачки. Так. Я, вообще, короче, даже не напрягаюсь. Нашел очередную машину. Что да, ты нашел? Я угнал, вроде это X4 BMW. Такой, ну, обычненький, типа. А, X4 BMW. Я, чтобы ты понимал, нашел новый Maybach, кстати говоря, но он вообще неповоротливый, но при этом, наверное, таки очень дорогой. Стоял он таки очень-очень на видном месте, да. Я его 1000 раз уже проехал дешевые. И даже не замечал. Слушай, ну половина тачек мы уже с тобой как бы пригнали, поэтому давай торопиться дальше, по искать сути, очередные да. машины. Поехали, давай. Так, ребята, главная задача это... Ну-ка. Главная задача... Что, у тебя еще что-то есть прикольное? Блин! Есть, конечно! Бугатти в мире. Серьезно? Да, самая фуфлиная Бугатти. Понимаю. Ну, это Бугатти, с одной стороны, это очень дорого, поэтому, в принципе, можешь пихнуть потом ее как можно дороже. Так, я лампу нашел вот такую, но она тоже не особо быстрая, но пойдет, в принципе, для подборочки. Да садись ты давай быстрее уже. Это получается 1, 2, 3, 4, 5 тачек я привез. Осталось еще найти... тоже 5. Хотя бы 3 машины. И самое главное, братишка, я сейчас сделаю, ну, просто нереально. Я поеду. Хотя не сразу. А, да, я пойду. В участок? О, а? Парам-пам-пам-пам, да? Поешь участок или куда? Угу. А у меня тут как бы интересности. Что там у тебя? Я же думаю, ребята, давайте-ка... О,
Здравствуйте, офицер. Что там у тебя? Ну, давай рассказывай, здесь что у тебя такое, рассказывай. Здесь что? Подожди, а где они хранят ключи? А, скорее всего, может, здесь? Вот тут. Да, нашел! Офигенно! Офигенно! Что, офигенно! Нашел? Я нашел ключи, камеры? Да, от тачки, которая была. Да какой камеры? Тут две тачки стоят прикольненьких. Я хочу одну забрать из них, и вторая тоже у меня ключи. Ну, давай. Уже давай. Есть для этой машины. Короче, братишка, что ты понимал? Я угнал самую большую в мире нереально огромнейшую тачку, которой просто, ну, нигде что нету, кроме такая? Меня. Это Ford Super Duty. Duty Fruity, я понял. Самый большой, еще, да, Duty Fruity, вот такой вот Ford прикольный. Fruity, короче, все, я его пригнал, пускай стоит вот здесь. А мы едем дальше, и, как я уже сказал, там была не одна такая классная тачка. Много и... там было таких, что ли? Да, мало. Мало. Ну, половина. Вообще больше нету, как бы, тачек вообще таких, поэтому одной. Даже можешь не ехать сюда. Тут, ну, реально больше ничего нету такого прикольненького, вот честно. Так, а, ну и слава говоришь, богу. Значит, там что-то прикольное, поэтому я не удивляюсь, но... Ты думаешь, да? Да, конечно. Ну ладно, так. Опа, я понял. Как раз мне осталось одну машину, и я уже, братишка, чтоб ты понимал так-то, я пригоняю седьмую машину, а ты там что нашел? А, Уракан нашел, нифига себе. Тачка на штампах у меня, у тебя вообще шансов нет. Это что такое? Ха, это что такое? Это Honda, нормальная. На офигеть, помпа, я братишка. Впервые такое вижу. Она очень маленькая тачка, но ладно, пойдет, посмотрим на ее способности. Mm-hmm. Так, ладно, я, как уже говорил, надо найти последнюю машину, и я вроде что-то тут видел красное. Что нифига себя, себе. Нашел в итоге? Она заведенная при этом. Что? Что нашел? Кто-то Lexus прогревает, я забрал этот Lexus. Это серьезно? Какой-то, да, слишком заряженный Lexus, какой-то в обвесах, вообще люто страшный, классный, быстрый, наверное, дорогой. Мы его забрали, ребята, и он в моей подборочке. Прикольно. Твою мать, на красный проезжал бот, я его срезал. Ладно, пофигу, я, в принципе, не пострадал особо, но вот боту Lexus досталось. Да, получается, и я раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь угнал тачек из дорогих. У меня, нормально, конечно, нормально. Это... что у меня из дорогих? Это Lexus, да, дорогой, Monster Truck, дорогой, Maybach и Lambo. У тебя из дорогих это Bugatti, Lambo и тоже Dragster прикольный. Поэтому, ребят, пишите в комментариях, по факту, да, кто зарабатывает балл за стоимость, а мы отправляемся, сейчас пройдем наши испытания. Ну давай, let's go. И, ребята, мы готовы для прохождения первого нашего испытания. Это получается прыжок в длину. И это здесь, да, как бы BMW и Bugatti. Давай-ка попробуем. Кстати говоря, без нитро, просто вот чисто на скорости этих, ага, прикольненьких, поехали, машинок. Давай-ка. 400 я уже взял. Ты тем что, сколько? 450? 300, да? 500 поехал, я возьму. А Бэха так хороша. Так 550, 560. И ехать! 570! Ехать прям? Куда ехать? Да, ехать. Ну, я, короче, перелетаю, получается, 370. Наверное. Нет. А считается то, что я забил бал? Я попал серьезно в корзину. Я попал в корзину, прям лютую корзину, такую корзину сложно попасть. А, ты вот сюда, получается, приземлился. Ну, да, это мой бал. Можешь прыгнуть и посмотреть, лучше, где конечно моя тачка находится. Да, а мы, ребята, отправляемся тогда на второе наше испытание. Пока что 1-0. Давай. Ребята, наше второе испытание, это, получается, смертельные шашки. Взяли мы два неуправляемых драгстера. Они более-менее быстрые, но нужно быть максимально аккуратными. Это да. Напишите в комментариях, какой вам нравится больше. Мой или же драгстер Донни. Прямо сейчас в комментариях 1 или же 2. Я буду ждать. А мы начинаем. 1, 2, 3. Поехали. Давай. Аккуратно. Ой, вау. Вау. Я, ну, понял. Окей. Меня разложило чуть-почуть. Назвать мою тачку драгстер, это, конечно, да. Видимо, не совсем правильно, потому тихо. Это какая-то, что с ней вообще такое? Я не знаю, что у тебя, но у меня прямо сложно. Короче, на каждой кочке меня просто разворачивает. И при этом она не едет, еще у тебя и плывет. На этом шансы как раз таки есть. Какие шансы? Но мне кажется, она разматывает так же. Вообще не едет. Ну, наверное, в 10 едет, чем ты. Тут я понял. Вау, я на колеса еще встал. Ты видел это? Да. Было я... красиво. Да хорош. Было мега красиво. Да куда ты ее прям... Она прям... Ее прям тянет туда. Да, прости. Я жду. Я жду. Прости. Давай, поехали. Догоняем, поехали. Все, поехали. Аккуратно. Ну, плюс-минус. Офигеть. Мы одинаково с тобой половину пути минус проехали. Минус-плюс. Неплохо так. Вы серьезно? Прости, мужик, я мужику просто покрышкой прям по лбу дал. Понимаю. Осуждаю.
Давай. О, поплыл жестко, да. Поплыл жестко. А, нет! Нет! Там улетел, ну, я ли? Плюс-минус, да. Ну, вот, я встал на колеса, но я очень долго... Да что с тобой? Я еду шлифовал! Прямо. Просто это не машина, это я не знаю, что это. Просто это... Понимаю. Ну, что это за фигня? Что там у тебя? Вообще все попадало, да, говоришь? Да, просто, мне кажется, взял бы обычную я машину. Только я только вот сейчас доехал. Я только сейчас доехал. Но мне кажется, да, если офигеть. Была бы у тебя какая-то быстрая тачка, которая бы вообще бы не... Ну, не ошибалась, не тормозила, ехала там даже со скоростью 120 постоянкой, то ты бы вполне вероятно меня бы выиграл. Потому что я вот ошибался очень часто, как, естественно, ты. Ладно, ребята, в любом случае, это 2-0 пока что по баллам, а мы идем на следующее испытание. Давай. А вы готовы? И следующее испытание, ребята, это просто дерби. Ожесточенное дерби. Я про Кеннет взял. Да, ну, вот этот фот прикольный. Но мне просто интересно, получится ли что-то на него сделать. Ну, потому что в любом случае, ребята бы хотели посмотреть на его... Ну, да. Возможности, неплохо. Блин, понимаю. Неплохо. Я просто назад газанул, да, и вот это получилось. Поехали дальше, ладно уж. Давай, поехали. Аккуратно, аккуратно. Понимаю. Меня заживало! О, выплюнуло. Поехали дальше. Давай, выплюнуло тебя. Ты что, засорился? Тормози! Тормози! Меня заживало! Поехал. Нет! Это было прикольно, ребята. Косяк этой тачки вы сами видели прекрасно в том, что она зажевывается. И да, это твой балл. Так-то 2-1 по баллам идем. Тогда мы на следующее испытание. Мы готовы и... Проходим следующее испытание под названием «Спринт. Две ламбы, а у меня Авентадор, у тебя Ураган, и давай, я желаю тебе удачки. А у меня 1, 2, 3, поехали! 7 давай, километров давай, ехать, давай, ехать давай, нам давай, до Тревора давай, плюс-минус. Мужики. У тебя, конечно... Вау! У тебя звезда во лбу. Есть такое. Либо ты звездочетом заделался. Я тут еще звездочет. Звездочет еще тот, говоришь? Да, отлично, ты ушел. Меня это радует. Это есть такое. Ну, не отлично, ушел я. Да, получается, тоже минусанулся, но вроде как более-менее жив, цел. Капец тут трафика, ну, прям ботов, очень много. Да. Прям много очень. Ботов. Вау! Есть такое. Пока. Понимаю. Я, короче, вообще крапаль зацепил это дерево, и серьезно? Обидно было. Очень обидно, обидно было, да. Ой-ой. Не то слово. Обидно, давай, обидно. Давай, вау! Давай. Я понял. О, я ударил того же, получается, твоего чувачка. Нам прямо еще ехать, братишка. А вот тут уже поворачивать налево получается. Ага. Аккуратно. Нормально проезжаю. Все, я, что короче... меня касается. Тут на... Бум. Право. Ага, хорошо. Идем. Так? Понял. Понял, принял. Вау, копы! Нормально, тебе так-то минуса, ну как, затормозили? О, за тобой копы поехали. Понимаю, да, они прямо за тобой, да. Понимаю, так давай, на максималочку выходим. Сколько едешь? 340. Нифига себе, 320. Нормально, тоже неплохо. Давай, топи, какие 350, братишка, 320 всего лишь. 380. У меня еще боты появляются резко. 390. Короче, чтобы ты понимал, у меня сейчас появился бот, я моргнул в тот момент и не успел, короче, открыть глаза и врезался в него. Прям вот этот момент моргнул. 420. Каких 420? Охренеть, я убрался. Авария. Надеюсь, что далеко. Ну нет, я там Малёха врезался. Малёха, говоришь? Должен, по идее, я тебя Малёха вообще догнать. Не вижу. Ты хорош, 320. Копы ловят. 300 кое-как. Ну, у меня не было 400 вообще от слова совсем. Ну, это 340 хорошо. Кое-как. Потому что вижу твоих копов. Штачка. Штачка, что надо? Штачка, говоришь, да? Штачка. Аккуратно, вот такая штучка у тебя, да? Хорошая такая прям. Это есть такая, да. Огненная да. Штучка. Где ты штучка, блин? А, я ты тут? Уже там? Нифига я себе. Вау, я, ты короче, брался? Почти въехал. Да я между забором и другим забором да. Был. Меня немного приплюснуло. Да. Ты уже доехал, да, получается? Или нет еще? Ну, да, получается, что да. Плюс-минус, я да. Ехал, понял, туда, я тоже уже неплохо. Здесь. Не, ну у тебя тачка, конечно, быстрее, как оказалось. То есть 400 у меня это такую да. Скорость не развила. И это получается так-то 2-2 по баллам. А мы, ребята, отправляемся на следующее испытание. Давай, поехали. Следующее наше испытание, это получается, ребята, пострелушки. И, как бы говоря, у меня тут огромный форт, тот самый. Ага. Поехали, попробуем выиграть на нем, потому что по баллам пока что 2-2, а меня это не радует. И, ребята, вообще, ну, напишите комментарии, в целом, да.
кому нравятся внедорожники, пикапчики, или же вы больше по седанам, суперкарам, каким-нибудь таким прикольненьким, раритетным, классным тачкам? Вот, ну реально, напишите в комментариях, что вам нравится вот больше прям всего. Мне вот интересно. И да, ребят, надеюсь, что мы уже поставили 3000 лайков. Если это так, то спасибо вам огромнейшее. У тебя есть Chicken Joint? Нет, пока. У тебя есть? Вообще, как бы, да. Да-да-да, вниз. Ты горишь. Ты горишь. В смысле? Ты горишь, да-да. Да в смысле? А, что у тебя за тачка? Малютка просто розовая, разрывная. У тебя она вообще не взрывается? Да нет, скорее всего, взрывается. Просто вопрос, сколько нужно пуль. Чё за тачка? А, да, не взрывается. Она не взрывается, у тебя тачка имба просто для этого испытания. А, ну-ка. Ну-ка, еще. Да, у нее вообще отбавляется? Мне все хп остановилось, 944. Да ладно, просто повезло, ребята. Просто повезло, да, чисто новенькая какая-то Honda и по итогу принесла балл. Окей, а мы отправляемся тогда на следующее испытание. Давай. Ребята, наше следующее испытание, это получается Drag Racing. И взял я вот такой вот Maybach, у тебя получается Supra. 1, 2, 3, поехали. Mercedes против BMW. Давай. Ну, а что по максималке, интересно мне знать? О, я пошел. 140 на второй, 150, 160, 170. Давай. Под капотом моего Maybach заявлено как бы 205. Поедет ли он эту скорость? Да, он очень спокойно едет. 210, 220. Да, ребята, 230. И старый добрый драк приносит мне 1 балл. Это говорит о том, что у нас как бы ничья. 3-3 по баллам. И остается последнее заключительное испытание. Погнали, проведем его. Давай. Ребята, последнее заключительное наше испытание — это краш-тест. Lexus и Dragster. Задача проста: прыгнуть и доехать как можно дальше. Нельзя газовать, давай, тормозить. Все как бы просто. Просто не бывает, как что говорится. Что? Да все более-менее. Хорошо, ну, тяжеловато, конечно, но еду вроде. Тяжеловато. Вроде как еду. И еду так и неплохо. Аккуратненько. Ну, ты, конечно, замечательно. Ну, на самом какая девата, слышь, Вась. Ой, тихо. А воу, я из тачки случайно вышел. А ты встал, да, я из тачки случайно вышел. Я поехал, еще нормально. Я, короче, пролетел камни, и где-то здесь, вот я на заторе уже, видимо, останавливаюсь дальше. Да? Да, дальше не... Хотя нет, поехала. Да, поехала, отлично. Так, а ты там что, как? Я очень надеюсь, что ты станешь. Я, да, скорее всего, встал. Отлично. Машина прям вообще... Да, я все встал. Все, отлично. Отлично, ребята. Это мой заключительный балл. А это говорит о том, что ролик подошел к концу. Если вам он понравился, напишите хэштег спринт, чтобы я посмотрел, кто досмотрит ролик до самого конца. А на этом все. Всем удачки и пока-пока. Пока, друзья.